Всем привет, с вами Крутой и... Третьим 21. Сегодня мы играем в симулятор выживания. Ну, это очень странно, симулятор выживания каких-то после бедствий. Нет, это выживание после стихийных бедствий. Да. Всякие бедствия будут. Шторм, все такое, какая-то фигня, короче. Наводнение, короче. Да. А вот это моя самая нелюбимая карта, поскольку я здесь уже играл, а Крутой, скорее всего, нет. Ну вот. И вот это моя самая нелюбимая карта. Угу. Здесь нельзя спрятаться. Особенно сейчас идет... Какая-то буря. Буря, нет, буря. Это песочная буря. Ага. И в общем, если мы выйдем на улицу, мы будем умирать. А здесь все будет превращаться в песок и падать, как бы сыпаться. Ну типа да. Ну это... Уже дырка у нас образовалась в крыше, Крышка. А скоро образуется дырка. Ну, это полный капец у нас уже тут происходит. Вот, школа, школа, вот сейчас стихийное бедствие, надо скорее убегать из школы, уроки отменяются. Да, уроки отменяются, ребята. Ну вот так вот. Как сказать? Ну, в принципе, никак. Примерно то же самое могло бы произойти. Вот эта буря. Мы бы тоже ходили в школу, потому что от школы бы просто нифига не осталось. И от нас, походу, тоже. Добивать. Так, ну когда это стихийное бедствие закончится? Мне оно не нравится. Ё-моё. Да. Всё, выжили наконец-то. Моё лицо не видно из-за этого. Так, что вот это такое вот? Компас, 80 робоксов. Я не знаю, ребят, если вам эта игра зайдет, может, задонатим, посмотрим, что это вообще такое. Пока может, просто... Может, крутой сдать, может, я тоже зато начну. Да. И... мы будем ходить с компасом, потому что если зайдет и мы сделаем вторую часть, то там мы задонатим, скорее всего, и вы скажете, что нам задонатить. Да. Так, ну что тут, какая-то лодочная станция. Я посмотрю, что там наверху. Ууу, капец, что же тут? Короче, лодки тут одни лодки. Понятно. По-моему, это бордо. Ну да, типа бордо. Что тут сейчас надвигаться, интересно? Тучи, это значит точно не наводнение. Нет, это значит наводнение. Или, ну да, наводнение тоже под тучами бывает. Кроме наводнения, может быть, ядовитый дождь. Ураган! Ой, ё-моё! Мне походу... Через задний ход этого дома. Мне кажется. Так, я спрячусь, я спрячусь. Там... Ты просто ходи вокруг этого торнадо. То есть торнадо в левую сторону, ты вправо. Ну нет, я просто где-то за картой, я пытаюсь как-то спрятаться от него, смотри. Ты, наверное, не видишь? За картой. Ну там я сзади карты вообще. Просто хожу. Давай, смотри, вот я видишь прям вот тут. Посмотри. Туда, нет, посмотри за карту. За карту. Ну вот так вот, видишь? Да, вижу. Спускайся ко мне. Каким образом ты там оказался? Ну, я просто спрыгнул оттуда. Я был на пляжике, отдыхал, там ураган случился. Я убежал. Да, откуда спрыгивать? Да нет, да просто можешь отсюда спрыгнуть. Тихонько только. Вот так вот. Но все равно я не понял, Так, ну да? не знаю. Нет, мы закончили две игры. Ну да, две игры-то мы отыграли. Думаю, сегодня поиграем 5 игр, посмотрим разные карты. Но чтобы посмотреть все карты, нужен компас. Уже. Давайте сделаем так. Если будет попадаться одна и та же карта, мы будем вырезать, как мы по ней играем. И когда будет новая карта, тогда мы будем... в нее уже играть. Да. Так, и ну, смотри. Что-то пойдет не так, потому что я прям чую, что сейчас будет что-то или буря, или... Мне кажется. Ураган. Что-то будет очень жесткое. Мне такое предчувствие, что-то плохо. С погодой. Опять это буря, да блин. Я же говорила, будет тоже сейчас будет. Буря? Как я это почувствовала, но я
Ну, буря это, блин, мне достало. Ладно, я поднимусь на самый верх, посмотрю, что там хотя бы. Что это за здание. Наверх лучше не подниматься. Сейчас посмотрю. О, уже походу. Все начало превращаться в песок. Ай, я умер. Я упал с высоты, потому что я просто ничего не видел. Вот, ребята, мы уже заспавнились. Да, мы заспавнились. И, в общем-то, сейчас проходим в какой-то парк аттракционов. Это, кстати, пятая вроде карта. Нет, не пятая, а третья. Я не помню. Короче, нет, полный капец. Да, что-то. Мы не следили за картами, поэтому, может, мы сделаем что-то в кого-то. А вот это лучше сюда налазить, потому что я, когда здесь проходил, то здесь больше всего... Ты зачем? Песок. Ты меня столкнул. Вот капец. Спани. Ну. Ты меня столкнул. Как мне сесть? Как... Ой, все, ой, капец. Я сквозь карту упал. Я просто на сквозь упал. А, нет, а я выживаю, я выживаю еще. А что произошло-то? Вот я... А, все, капец, меня тоже убило. Давай, на счет три, я тебе еще... Ой, в прятки играть тут. Ты меня должен найти. Все, ищи, ищи прятки, меня. Да. Прятки, прятки, прятки. Все, ищи меня. Ха. Я тебя вроде уже заметил краем глаза. Не-не-не-не-не, ты меня не замечал. Я сейчас, я знаю, какое тут место, ну, хотя я не знаю даже. Угу. О, как... Ух! А там это есть. Штука какая. Так, и... А! Понятно, все, прячемся в выход бар. А я залез на эту башню. Так, ну вот в этой башне вообще ничего интересного нет. Никогда не залезай туда, особенно внутрь. И у нас сейчас метеориты идут. Это очень плохо. Ай. У нас новая карта. Угу. И это космолет. Главное, чтобы он сейчас не улетел так, как мы сделали. Да. Это полный капец был. Сейчас надо очень быстро к ним пробраться. Думали, что сейчас будет просто круто, а мы будем пилотами. Да, но на самом деле мы не были пилотами. Это было ужасно. Я сел, и началась буря. Нет, мы не сможем взлететь. Почему? Жмите на кнопку. Я нажал! Молодец! Не давай, можешь. Давай! Я... Нет! Нет! Я вылетел! Я вылетел! Ты есть! А мне горячий пуд. Мне тоже. Я вылетел. А что там у вас происходит вообще в ракете, интересно? А, все, я уже умер. Просто мы когда выше облаков взлетели, он нас начал убивать. Ну, да. Да. Полный капец. Дай мне тоже. Я съесть, я хочу. Он не едет. Представляешь, как нас обманули? Да. Ну. Вообще нормально. Они тоже ничего нифига не видят. Я просто прыгнул на экскаватор и перевернул его. Ага. Молодец. И опять. Метеориты? Метеориты! Метеориты. Они не очень добрые, но они старые, наверное. Блин, надо сесть в машину, пошли в машину вместе. Блин. Да, посмотрим просто. Мне кажется, в машине вообще безопасно. Ну, мне так кажется. Машина убьет тебя. Я это знаю, наверное. Блин, я... Немножко осталось. Не сильно. Ну, половина. Мне кажется, машина вообще идеальный план. Хм. Офигеть, как тут все взрывается. Я посмотрел, всегда было вот этот момент, почему тут плохо слышно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Вот сейчас такой вот ролик вышел, честно говоря, не очень. Ну как, получилось, некоторые ошибки у нас были. Не все вырезал. Ну, вот так получилось. Очень-очень-очень жестко. Такое выживание. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. Я оставлю ссылку на моего друга и обязательно тоже на него подписывайтесь. Ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Уже сотый раз об этом говорю.